Сейчас ты увидишь приключения еще молодого Евгения Викторовича в Соединенных Штатах Америки. Слушай, мне кажется, ты лифчик забыла надеть. Тоню Хоук на моторашке. Молодец, братан, давай присак качаем. Ты че мне палец в жопу засунул? Сука, мне что, опять скутер угнали? Только познакомился с бабой, уже увидим. Давай отсюда, лысый кусок. Мудак, петух. Выходи, сука, из машины. Ты че тут встал? Ой-ой-ой-ой-ой. Сука, ты пидор. Я, блядь, обычный ебаный таксист. Ой, мама, криминал. Я бывший барон из Саратова. У меня был свой бизнес, я торговал ***ками, но случился кризис. Бизнесы у всех отжали, все закрылось, перекрылось. Нужно как-то крутиться, выкручиваться, я, недолго думая, отправился в Америку. Великолепный план. Птичка мне напела, что... Сука, нах, вонючий копы, я люблю эту страну. Что для новичков, которые только-только прибыли в Америку, есть тут какая-то некая стройка. У меня какая красота, смотри, вот это Америка. Привет, не хочешь помочь разгрузить кое-что? Плачу $11 за ящик. 50 ящиков нужно отгрузить. Вы что, издеваетесь, что ли? Серьезно? Не так я себе представлял осуществление своей мечты. Физическая подготовка в нашем деле очень важна, пацаны. Не забывайте про это никто. Молодец, братан, давай присак качаем. В здоровом теле здоровый дух. Спасибо, что поддержал. Ох ты, ебать себе. Ты каскадер, походу, да? Вперед, вперед, давай, 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 бегом, бегом. Пошел, как... Шевели булками. Хочешь что-то мне сказать? Подойди сюда и скажи в лицо, таракан. Ты че, блядь, жидовка, я тебя сейчас в петухи запишу, блядь. В петухи меня запишешь? Это я всех записываю в петушки. Ты че, меня не узнал? Петушки ебаные вы все. Знаешь такой трек? Чё ебать? Ты че, мне палец в жопу засунул? Пахнет хуями. Я вон высыл, блядь, в жопу положил, блядь, хуями пахнет. Я тоже понял. Закончить работу. Отлично. Так, а где мой скутер? Ну так и оставляем, блядь, скутеры. Отец приехал в Америку, взял скутер в аренду за $100 и увели. Подвезешь меня до магазина одежды или нет? Давай, давай. Бегу. Взяли тачку. Сейчас нас таксист нас за $150 довезет до места. Блядь, парковаться ты, конечно, не умеешь, блин, бро. От души. Так, магазин спортивной одежды. Для того, чтобы быть серьезным авторитетом, чтоб всякие китаюзы мне не сували пальцы в жопу, я должен приодеться. A few moments later. Теперь я хоть как-то похож на авторитетного типа. Кожаночка, черные джинсики, белая маечка. Красавчик, дай пять. Дуан Пабло Гонсалес, Джонни Лоханте из Томилока, едет в автошколу получать права. Запомните его лицо. Вот этот вот. Совсем скоро будет местным авторитетом, пацаны. Так, 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 погоди, блядь. Чё-то ты не туда, блядь, заехал. Чё, пацаны, на права кто-нибудь уже сдал? Трудно, не трудно вообще? Трудно, трудно очень. Пацаны, я сдал, красавчики! Желаю всем удачи, братья. Спасибо. Вот они, тачки для практики, да? Поехали. А в Саратове, пацаны, чтобы вы понимали, я права купил. Там у меня все было на мази. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, запиздил за рулем. Ничего, столб отремонтируют, я думаю. Отныне у меня, у местного авторитета, есть права. На настоящее, американское авто, мать вашу. Дали на права, пацаны? Я давно сдал, у меня друг давал. Ты что с коробкой ходишь? Какой коробкой? У тебя на руке коробка. Ты что, кукухой двинул, брат? Я кукухой не двинул, у тебя реально коробка в руке застряла, бро. Я что-то это, галлюцинации, ты хотел сказать. Сука, у меня что, опять скутер угнали? Сука! Ё-моё, это за сегодня уже третий мотороллер. Просто $300 уходит на сраные мотороллеры. Бать, я трюкач. Тони Хоук на моторашке. Я вам клянусь, однажды и у меня будет такая тачка. А пока что катаюсь на розовом скутере. Ты думаешь, что мы попали в Лос-Хуятос? А мы в Лос-Валосатос. Девочки, здравствуйте. Лос-Хуятос лучше. Добрый день. Чё спорим о чем? А вот вам какое название города нравится больше? Лос-Хуятос или Лос-Валосатос? Куда бы вы переехали? Лос-Хуятос звучит прикольней. Может, кого-нибудь кофейком угостить? Спасибо за предложение, просто мы ждем знакомого. Слушай, мне кажется, ты лифчик забыла надеть. Я просто сделала недавно сиськи себе, понимаете, они и так стоят без лифчика. Я понял. Эдриан, очень приятно. Смотри, Эдриан какой-то пришел, моих телок сейчас уведет, походу. Смотри, одну уже увел. Только познакомился с бабой, уже увели, блин. Минута не прошла. Она вам приглянулась? Ну ничего такая, да, цыпа. Я только познакомился с этой телкой, блин. А ты у меня, сука, увезти хочешь? Мразь, блин. Я думаю, он очень необычный человек. Интересный и зрелый. Капитан Шугрейд, сэр, провалимся отсюда, к чертовой матери, это личный разговор. Я понял, братик, я понял. Будешь на меня орать, блять, пошел нахуй. С ума сошел! Все. Проваливай отсюда, лысый кусок дерьма.
Ну так, петух! Так, братик, сейчас мы с тобой попробуем заработать первые нелегальные бабки в этом городе. Начнем мы с небольших афер. Будем делать все очень просто. Я сейчас встаю на проезжую часть и прыгаю под колеса какого-то автомобиля. Ну и потом уже буду импровизировать. Сука, мудак, вот что ты тут встал? Ну выходи из машины. Давай решать вопрос, братик. Я не хочу с тобой драться, давай решать вопрос. Нормально цивилизованно. Я из-за тебя попал в аварию, братан. Давай. 100-200 баксов, я все, я не звоню ментам. Звони, мне похуй. Сука, едет наша жертва. Стой! Сука! Выходи из машины, сказал. Я ему звоню ментам, блядь, и сбивают людей, даже из машины не соизволят выйти. О, давай. Ах ты, сука, стой, ну-ка, стой! Стой! Стой, стой, стой. Иди сюда, выходи из машины, братан. Из машины выйдем. Ты понимаешь, братан, что ты меня только что сбил? Выходи из тачки. Мудак. Так, наш план, братик, не работает. Попробуем что-нибудь другое. Хотите арендовать машину за 50 баксов? Да, хочу. Будем таксовать. Здравствуйте. 200 баксов, 3 километра ехать. Горзинин согласился. Супер! Первый клиент. Только вы взяли тачку в аренду, и она у нас уже сразу же окупилась. Иван Папо Гонсалес Джонни Лоханта Эстамилока. Человек, о котором через несколько месяцев в Лос-Антосе будут слагать легенды. Запомните этот момент, пацаны. Именно с этого я начинал. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Сука, блядский рот. Тихо, блядь, бью же, ты дурак, что ли, нахуй? Ты чё на дороге-то лежишь? Я вот думал, сейчас собью, блин, убью, оказывается, он труп. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Эй, полицейские товарищи! Моей машине арендованной просто сегодня не везет. Братик в розовых шортах, подвезти тебя может? Да-да-да-да-да, меня сбили, нахуй. Охереть, братик. Ой-ой-ой-ой-ой! Сука, ты пи***ран, сейчас рот твой выпили. Ну ничего, сейчас доберемся, не переживай. Я не ссу, я не ссуклон. Чем занимаешься по жизни, бро? Да я, блядь, распиздяй, нахуй. А чё это ты в горы, что ли, едешь, братан? Ебать, тёлка. А, тебя там тёлка ждёт, я понял. Блядь, пизда рубля. Запизделся просто, братан. А ты чё вышел-то, братик? Залази в тачку, ты чё? Такси, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну ты что творишь-то? Чё? Посмотри, что ты с моей тачки сделал. Я её в аренду, между прочим, взял. Вот посмотри. Братан, братан, прости, пожалуйста. Не можешь это подкинуть мне мужчину? Давай, садись. Бедолаге денежку. Не-не-не, я имею в виду соточку. Можешь дать? Какую соточку? Давай я тебя подвезу, братан. А ты, мудак, едь давай отсюда. Тачку мне расп***шу всю, блин. Едь давай. Ты поговорить хочешь или чё? Поговорить хочешь? Давай. Давай поговорим. Лысая пашка. Я, блядь, обычный таксист, блядь. И ты лезешь ко мне? Поброси меня до стройки, пожалуйста. Помоги мне его, блядь, подброшу. Давай, да он давай, тачку давай. Мою отхерачил, блин, мудак. Блин. Смотри, что с моей машиной сделал. Посмотри, что он с ней сделал. Как я на ней работать буду? Поборись. Давай, поехали. Так и вышел. Тихо, тихо, тихо. Оружие достал, сука. Что ты доебался до нас? Ты чё доебался? Пожалуйста, газы налево, направо, здесь направо. Братан, чё мы попали в какую-то заварушку с тобой? Сука, удираем! Хуй ты докопался до меня! Я обычный таксист! Вау, это куда? Это куда? Тихо, тихо, тихо! Сука! Сука! Эй! Сука! Братан, что тебе нужно? Ты будешь стрелять. На колени падай. Не надо, не стреляй, братан. Мы можем быть друг другу полезны. Давай бабки мне. Давай рационально рассуждать, братан. Мы можем быть друг другу полезны. Чем? Ну я вот, например, начинающий мафиозник и ищу пути становления в этом городе, понимаешь? А ты, я уже смотрю, при бабках, у тебя есть оружие, тачка. Поможешь мне, я помогу тебе в дальнейшем. Чем я тебе могу помочь? Скажи, как подняться, и все. И устройся куда-то. Вот, я хотел таксовать, но ты разъебал мою машину, братан. Хочешь, я разъебу еще больше? Нет, просто, братик, послушай, я из Саратова, и у нас не принято так себя вести. Вот ты мудак. Ну вот зачем ты это делаешь, гражданин? Ну вот зачем ты это делаешь? Объясни мне. Вот и стой, тихо-тихо, уезжаем, уезжаем. Я предлагал тебе дружбу, братан, ты отказался. Наебали, наебали. По газам, по газам, по газам.
Ах ты, сука! Ах, мразь! Что ты, ты делаешь, блядь? Без пушки-то никто, да? Давай без пушки. На кулаках. Чё, всё, мир? Двери закрыты. Куда повёз? Я не поеду с тобой. Да, пошёл нахуй. Убегаем, 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 убегаем. Он нам ничего не сделает, братики. Давай, давай, беги, 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 беги. Так, стройка, здесь я буду по-любому в безопасности. И он бежит, 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 бежит. Отвали от меня, мудак. Блядь, ну у этого пацана есть пушка, блин, с ним шутки плохи на самом деле. Чё это, лысый? Ты чё, не охуел? Братан, хватит реально. Ой, вот я ты это... Чё случилось? Ты мудак, ты мудак. Вот тебе фак. Посмертный фак тебе, мудак. Когда-нибудь потом своим внукам я обязательно расскажу об этой ситуации. О том, как Дуан Пабло Гонсалес в самом начале своего мафиозного пути связался с каким-то сраным поганым мудаком и умер где-то на трассе Лос-Сантоса с поднятой рукой вверх. Как сраная статуя свободы.